Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я Кирилл Мешков. Расскажу, что нас ждет за окном во вторник, 16 августа. Как сообщает Гидрометеоцентр, по северным районам ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Днем 18 градусов тепла, ночью плюс 9. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В южных районах также ожидается переменная облачность с порывами ветра до 7 метров в секунду. Днем температура достигнет 24 градусов тепла, ночью плюс 14. В Улан-Удэ пасмурно, ожидается дождь, днем 23 градуса по Цельсию. Ночью плюс 14, порывы ветра до 5 метров в секунду. Один из последних теплых дней. Возьмите зонтик и прогуляйтесь под любимые песни. Всем до новых встреч!